Hello, my name is Marina. Я сначала, год назад я прошла четвертый уровень, затем я занималась еще летом на курсах. И вот сейчас мы закончили, может, только что сдали экзамен на пятом уровне. Ну, надеюсь, что мы успешно сдали, потому что, в общем-то, преподаватель у нас был замечательный, очень доброжелательный. И своим таким отношением к нам вселял в нас уверенность, что мы все равно выучим и сдадим этот экзамен. А вы знаете, как ни странно, делать домашнюю работу мне было очень интересно. Я вспомнила свои юные годы, когда я даже делала домашнюю сначала на черновике, потом это все переписывала и даже иногда давала своим внукам прочитать и найти какие-то мои ошибки. Ну, то есть мне вот было, вот такая была игра, для меня это было интересно. Я хочу сказать, что, безусловно, сейчас, наверное, без английского очень сложно, если ты хочешь все-таки куда-то поехать, путешествовать за границей или тем более работать. Вот. Ну и даже в моем возрасте, во-первых, всегда можно общаться со своими детьми, с внуками на английском, расширять свой кругозор. И вообще, мне кажется, как-то мы начинаем больше еще уважать себя, когда мы получаем новые знания, навыки и можем какой-то долей, как сказать, успеха или удовольствия получать для себя, извлекать все то, что мы здесь получили, и использовать это даже на своем отдыхе. Спасибо.